давайте откроем наш фестиваль. К открытию погодка распогаживается. Приветствую вас, коллеги рыбаки. Сегодня мы находимся на великой реке, великой сибирской реке Енисей, на окраине города Дивногорск. На данный фестиваль нас пригласили ребята с Красноярска. Мы покажем вам, кто в нем участвует, какую рыбу они ловят, на какие снасти рыбачат. Пообщаемся с организаторами фестиваля, с участниками, с гостями. Оставайтесь с нами, будет интересно. Как настроение, Роман? Отлично. Погода нас не смущает. Разницы нет, в какую погоду рыбачить. Главное, удовольствие получать. Настроение огонь. Готовы побеждать всех. Как настроение? Самое лучшее. Готовимся к рыбалке. Погода не очень. Природы нет плохой погоды. Клёв будет, зато хороший. Настроение супер. Настроение на победу. Как настроение? Отлично, боевое. Готовимся, собираемся, вяжем настрою и в путь. У нас отличное настроение. И настроены на победу. Туманчик, лепота. Настроены только вперед, вперед от винта и к победе. Надо кричать, потому что я сейчас здесь буду стоять. Леш, давай на тот край кричи. Экипаж 1, 2, старт! Экипаж 3, 4, старт! Фестиваль на самом деле интересный, я смотрю, очень много народу. Вот. Хотел тебя спросить вообще, как давно вы его проводите и вообще какая цель у этого фестиваля? Проводим мы его уже 11-й год, то есть в прошлом году был юбилейный 10-летний фестиваль, в этом году 11-й. Серьезно? Цель – отдохнуть, потусоваться, порыбачить, пообщаться, ну то есть… Основная цель – это отдых и общение между рыбаками. А кто вообще придумал этот фестиваль? Откуда он взялся? Придумал я его. Начинали мы здесь же, чуть ниже, по Енисею. Как идея сама зародилась, да, то есть особенность нашего региона, Красноярского края, да, что у нас есть именно рыба, да, конкретно это хариус. Угу. И мы его конкретно ловим на конкретные свои снасти, которые, ну, по сути, немного по России, где можно поймать. В других местах не используется. Да. Все это находится в городской черте. Например, если в других регионах вы там приезжаете в городской черте, там, грубо говоря, ловите там леща, карасика или еще чего-то, мы ловим хариусы. Вообще фестиваль? Это фестиваль, да. Здесь не раздаются никакие спортивные... Нет. И одна из идей была, что сделать фестиваль, который будет не по спортивным правилам,
чтобы люди именно рыбачили, отдыхали. И этим он и отличается от спорта. Ловим нашу любимую рыбу хариус. Правила простые. На лодках сплавной якорь. Можно балду, можно тирольку, мушки. Кстати, пока мы разговариваем, я вот сейчас смотрю, люди ловят хариус. Но он не кабан, а это. Ощущение должен быть около того. По тяжести чувствую. Кравчук. Ну, чуйка, не чуйка. $420 Big fish. Зафигачи вам под лавку. А, ты куда? 520. Сменился лидер. Big fish 520. 42 экипаж. Кило 40. 44. 44 экипаж. 3800. Здравствуйте, как вам первый тур? Вообще отлично. У нас 23 рыбы. Думаем, что победим. Первый тур прошел вполне адекватно. Мелочи было очень много. Крупных поймали около 3 штук. А как вам первый тур? Все хорошо, погода замечательная. 38. А вы сами рыбачим? Нет, мы не рыбачим, у нас мужья рыбачат, мы за них болеем. 452. На берегу. Они должны победить, они у нас самые лучшие. Сегодня участвуем на расслабоне так, для коллектива, для массовки. А мероприятие, как всегда, на высшем уровне. Все замечательно организовано. Первый тур очень трудовой оказался, но очень интересный. Много рыбы, много воды. 3 рыбы мы поймали, 888 грамм у нас результат. Но я думаю, что завтра мы усилимся. Как вам первый тур, скажите, пожалуйста? Ну, на мой взгляд, он прошел замечательно. Среди прочих равных мы показали неплохой результат. 5 килограмм, 200 грамм.
Вот смотрю, сейчас первый тур прошел. Сейчас скажи, какой самый большой улов сегодня? 6300. 6300, да, второе место 5, потом 3800. Это серьезно. Да, то есть, ну, в этом году слабенько. Это слабенько. Да, это слабенько. Максимально привозили за тур, если не ошибаюсь, 11 килограмм. Саша, еще хотел, знаешь, спросить, это все-таки не соревнование, но какие-то же правила существуют, ты можешь вкратце рассказать? Да, правила простейшие. Весь улов мы считаем в граммах, да, то есть первый, второй тур, то есть никаких баллов, ничего, угу. Тут поймали. Повес. За первый тур, да, за второй тур это все прессуется и определяется победитель. Судейский состав у вас постоянно уже из года в год или как-то? Да, судьи у нас с самого начала одни и те же. То есть вот коллектив, который вы видели сегодня, он на протяжении 11 лет принимает участие. То есть они привозят свои лодки, уже знают, что и как и почему. То есть никому, да, никому ничего объяснять не надо. Ну и участники их знают тоже. Хороший, да, был ночь? Бомбу надо ставить, бомбу. Сергей, приветствую вас. Я понял, вы приехали издалека. Да, я приехал из города Кирова. Города Кирова. А на чем? На личном автомобиле. Взял с собой в дорогу вещи, палатку, спиннинги. Ну а вообще расскажи, как рыбалка сама? На хариус ты когда-нибудь рыбачишь? Нет, никогда. Это, первый опыт? Это просто... С Настей тоже ребята дали? Да, вот даже вот такой вот. Сейчас подарили вот такую мушку. В следующий раз уже, наверное, приедешь и не один? Обязательно, я с лодкой приеду. Все, отлично. Спасибо. Давай, удачи. До свидания. Соревнований, пока мужчины пытаются улучшить свой результат и рвутся к победе, наша съемочная команда решила остаться в лагере и посмотреть, чем в это время занимаются женщины и дети. Как второй тур? Ужасно. И клюв у рыбы поменялся. Вчера было лучше. Вчера пятый, сегодня последний, наверное. Все равно. Молодец. Как второй тур, ребят? Хуже. Хуже. Вчера было рыб 14, сегодня рыб 9. Но вчера были крупнее. Скажите, как второй тур? Вот так. Молодец, браво, молодец.
знаешь, что там за хариус лежит один? Это мой лежит хариус. Уважаемые участники, цигель, цигель, ай-лю-лю. Подходим, не стесняемся. 8. Экипаж 38, 964. Экипаж номер 10, 546. Здравствуйте, как вам второй тур? Здравствуйте. Ну, сегодня, как сказать, сильный ветер поднялся. Это самое такое было плохое, потому что идешь, даже если где-то посередине Енисея, буквально через 15-20 минут тебя уже сносят прямо к берегу. То есть поплавки играют, ну, то есть также сносят. Вчера было получше, ну, по крайней мере, для нас было получше. Но судя по тому, как объявляют вес ребят, то вчера было лучше, чем сегодня. Экипаж номер 9, второй тур. 412. 35. 196. Экипаж номер 44. Кило 710. Как вам второй тур? Да, примерно как и первый. Да, похуже немного. Ветер сильный, лодку разворачивает. Вчера было 5 рыб. Сегодня было 3 хариуса. Как-то так. Дальше кушаем. Ждем викторину. Ждем награждения. Что, сметана есть? Сметана, майонез. Стулья, дети. Сам майонез. Больше есть? Нет? Давай, это я беру. Майонез будешь? Конечно. Даже один, на хлеб буду. Сметану давайте накидывать. Все. Остальные. Я сам. Деньгами 10 бутылок с водой. Как вы думаете, что вы с ними будете делать? Забирать, кидать. Александр, ну классный фестиваль. Здорово, что я сюда попал. Я тоже рад был тебя видеть. Очень красивое место. Хочу тебя пригласить на наш фестиваль. У нас «Золотая осень» в этом году 15 лет будет проходить. Юбилей. Да, приезжай. Ты так, по-моему, до нас и не добрался. За надо добраться. Лет. Добирайся. Надо добраться. Добирайся, тоже отдохнешь, посмотришь, может быть, порыбачишь. Ну, еще раз спасибо. Рад тебя видеть. Всех любителей рыбалки приглашаю к нам в Красноярск на наш фестиваль «Сибирский хариус», который проходит ежегодно в начале августа. Информацию по фестивалю можете узнать на рыболовном сайте tugun.ru. Приезжайте, мы всем рады. Отдохнете, половите рыбку, повеселитесь. Александр Васильев. Лучшая программа «Диалоги о рыбалке». Итак, третье место, команда, запрыгнувшая в последний вагон. Цунами! Раз, три, второе место! И первое место! Клевые! Браво! Ну вот и прошел фестиваль. Ребята, вы заняли первое место. Как бы мы вот два дня наблюдали, как все происходило. Команд очень много, да? Насколько сложно было вообще победить? 60 команд, победить очень сложно. Тем более, это многие тренируются, до этого приезжают, ищут, где рыба стоит, места, на что клюет и когда клюет. Вот, поэтому конкуренция сильно жесткая.
Победить было трудно. А вы тренировались сами? Мы тренировались, да, три раза выезжали на тренировку. Ну, тренировки были не очень удачные. Как бы там на соревнованиях нам повезло, по рыбе больше. А какой вес у вас? Общий вес нам не сказали, еще не знаем таблицу, турнирную не видели. Первый день у нас было 600 с чем-то в граммах, а сейчас было 3 килограмма 40 граммов. Ну понятно. А мухи вы сами вяжете или где-то покупаете? Как вообще? И покупаем, и сами вяжем. Вот у нас на строе было 4 мухи, вот у меня, допустим, стояла одна покупная и 3 было самодельно. 3 самодельно. А на какие лучше клевал? Самодельно. На самом деле, да. Ну и немного скажите о фестивале вообще, как вообще сама организация? Ну, если честно, фестиваля мы ждем как праздник. Это, наверное, самое знаменательное, самое масштабное событие в Сибири. Собираемся друзьями, рыбаками. Поздравляю вас еще раз. Спасибо большое. Благодарю. Молодцы. Спасибо.